Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. Сегодня хотелось бы рассказать в данном обзоре о очень полезной вещи, такой как полотенце для рук, или для других нужд, скажем так. Зачастую рыболовы сталкиваются на своих рыболовных, скажем так, увлечениях с тем, что рыбу зачастую приходится брать руками. Соответственно, руки зачастую пачкаются, соответственно, об рыбу, об слизь. Если руки не вытирать, скажем так, просто обмывать, и, соответственно, руки у вас остаются мокрые при определенных погодных условиях, то бишь ветер, либо что-то, руки начинают у многих рыболовов обветриваться. Ну и, соответственно, и в связи с тем, что руки грязные, доставляет такие, скажем, некие неудобные, неприятные ощущения. Зачастую рыболовы просто используют всевозможные тряпки, разные полотенца. Я решил не искать каких-то там бытовых обычных полотенец и решил заказать полотенце от фирмы Strike Pro. Идет данное полотенце упаковано вот в такую, скажем так, размерность, вот по типу шайбы, грубо говоря, спрессованное такое полотенце. Я его просто уже распечатал, уже на нескольких рыбалках опробовал. Само полотенце имеет длину где-то примерно 55 сантиметров и, соответственно, ширину 30 сантиметров. Ну, это все приблизительно, опять же, так как полотенце все-таки имеет некое свойство растягиваться. Данное полотенце вполне без изысков, скажем так, обычное, похоже по материалам, я просто как бы не совсем специалист, на махровое полотенце. Как видите, полотенце с логотипом, соответственно, от фирмы Strike Pro, написано Casting Intat Ne Futur. Английский я не очень знаю, поэтому, возможно, ошибся. Данное полотенце уже использовал я на нескольких рыбалках. Отлично оно помогает очищать руки от слизи, от рыбий, и, соответственно, вытирать руки насухо. На ощупь полотенце после покупки, скажем так, сначала такое грубоватое, кажется, на ощупь. Ну, со временем, после одной-двух, скажем так, рыбалок, применения, полотенце становится вполне мягким и приятным на ощупь. Стоит он довольно недорого. Еще раз говорю, мне было проще заказать его на сайте, с другими товарами заказывал и решил заказать полотенце, чем ходить по магазинам, искать небольшое такое и довольно-таки, скажем, качественное и удобное полотенце. Вот я просто решил его приобрести. Так что всем советую. Однозначно вещь необходимая для рыбалок, на рыбалках, и очень нужная. Всем советую к приобретению. Стоит он довольно-таки недорого. Ну, на мой взгляд, сущие как бы копейки по нынешним ценам. Так что к покупке однозначно рекомендую. Всем спасибо. До свидания.